Привет всем зрителям, с вами Стич. Буквально час назад Rockstar Games официально в Твиттере подтвердила разработку GTA 6. Они выложили два поста. И сегодня я бы хотел вам их зачитать. Как видите, в режиме реального времени ставятся лайки, репосты увеличиваются прямо на глазах. Давайте начнем с первой новости. Многие из вас спрашивали о новой части серии GTA. С каждым новым проектом наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно выйти за рамки того, что мы делали ранее. Мы рады подтвердить, что идет активная разработка следующей части серии. Это первый пост, ну и буквально через 3 минуты появился второй, который я хотел бы вам тоже зачитать. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы, поэтому, пожалуйста, следите за новостями Rockstar, чтобы быть в курсе официальных подробностей. От имени всей нашей команды мы благодарим всех вас за вашу поддержку и не можем дождаться, чтобы шагнуть в будущее вместе с вами. Как минимум, мы в этом году должны уже увидеть с вами тизер, но как максимум трейлер, я считаю. Вполне возможно, что GTA 6 выйдет в конце 2023 года, либо в первой половине 2024. Будем ждать. Конечно, о геймплее речь не идет, но по масштабам она будет, конечно же, превосходить на порядок GTA 5. Я буду следить за всеми этими новостями и при первой же возможности, при первых же новостях буду выкладывать новые видео, чтобы вы были в курсе. Пишите свои комментарии по этому поводу, обязательно ставьте палец вверх, делайте репост, чтобы как можно больше людей узнало об этой новости. Ну а с вами был Стич и увидимся в новых роликах. Всем до новых встреч и пока-пока.